Привет, с вами Некромас, и мы продолжаем наши приключения в энтропии. Сегодня у нас в программе Майн, так как я тут немножко охотился, ну и в общем не особо мне как бы сейчас везет в охоте, я решил опять помайнить. Я очень хочу, как вы знаете, прокачаться на этого искателя кладов. И, в общем, попробую все-таки. Ух ты. Так, как у меня с патрончиками? Ну, 9.45 есть, если что. И, в общем, попробуем помайнить. Что получится, то получится. Увидим. Ну, побежали. Если что, попробуем это самое перелетать через мобов или как-то так. И заход у нас так на 45 пет, да? Бросаем на все сразу. Искалка F105. Что там еще? Ну все, вроде сказал, да? Искалка F105. Ай, заброс, 3 преда. Один заброс, 3 преда. Ну что ж, бросаем первый заброс. Бах. Ничего. Бежим дальше. Ух ты, ух ты. Походу мне придется лететь. Так как эти дядьки мне точно не дадут помайнить. Они какие красивые. Смотрите. Давайте я одного убью. Ради интереса. Кстати, я переквалифицировался немножко. Сейчас. Я переквалифицировался опять в мага. О, я их свободно могу бить. Ну, смотрите, какие красивые, да? Да. Ну, чё? Посмотрели нового моба, да? Сколько мы на нём? Ух ты, ещё один приперся. Ну, на тебе, лови. Оу, щит. Я засмотрелся, да. Ну, сам виноват. Ничего, бывает. Я наелся очень вкусных пельменей сегодня. Таких шикарных, таких пельменей. В общем, будет видос про это. У меня на моем плейлисте кулинарном. Ну а сейчас мы тут это самое полуохотимся, полу. Подождите, я. А где тут у вас, ой, извиняюсь, где тут у вас терминалы, товарищи? А? Я на всякий случай закуплюсь еще вот патронов на 35. Что ж, дела такие. В общем, вчера утром у меня было на 175, на 175 было. То есть 175 было на руках.
да? Ну, я там охотился, потом я покупал чипы, заплатил почти 45 и охотился. И сейчас у меня как бы есть лута где-то, подождите, где-то на 80 или 95. Кое-что я выложил, значит, в аукцион. Кое-что стоит у меня на этом, на, как его, на складе. О, видите, как прикольно. Видите, как некромант знает, куда спускаться. Да? Так. Извиняюсь немножко. И, о, щит. Это тот самый. Он что, уже так жизнь восстановил быстро? Ни хрена себе. Однако быстро. Ты успокойся тут. Ничего себе, рогатый. Я с тобой сейчас разберусь. Гадина ты такая. Блин. Да задолбал ты уже. Ну видели, какой гадкий, а? Ладно, ты сам напросился. Какой-то этот злобный очень. Да? Ну, я его немножко по-другому бью, чтоб он мне не мешал. И, в общем, у меня сейчас на данный момент, именно по этим дням, как бы, такой минусик 30-45. Но это не считая моего общего. То есть, если сравнивать, допустим, с этого же времени прошлого года, то у меня минус где-то 200-305. Потому что было у меня 1105 в прошлом году в это же время, а теперь у меня почти 905. Так, ладно. Извиняюсь за задержки всякие. Видите, тут всякие ползают, мешают. Попробуем бежать дальше. Может, у нас что-то да получится. Забрасываем. Так. Пятый клайм листерин. И я пока что как бы хочу тут посидеть, не знаю,
Просто у меня появился ученик, и ему как бы нужно помочь в какой-то мере, хотя бы, возможно, я в скором времени прилечу на это самое на Кали, и Ямато там что-то соскучился вроде бы по моим походам с ним. Ну, в общем, будет видно. Пока что нет у меня вообще желания никуда лететь, так как я вообще очень люблю Аркадию. Раньше, ну, когда я тут жил целый месяц, мне очень нравилось. И я как бы не особо-то хотел отсюда улетать. Но, как говорится, саляви, то есть жизнь – это жизнь. Так, походу я куда-то не туда забрел. И тут мне майнить не получится. А, вот тут, возможно, получится. Попробуем сесть, да? Да ни хрена опять. Вот же... Ну и как всегда, очень спасибо всем, кто смотрит, всем, кто приходит. Конечно же, особое спасибо всем тем, кто меня поддерживает. То есть Владимир, да, который мне подарил квад, потом, ну, конечно же, Профила, это уже рассказывать не надо, ему особое спасибо за все, что он делает. Потом Мимант, ну и все другие, кто меня поддержит. Михаил Астафьев еще. Кто там еще? Ну, в общем, всем, всем-всем спасибо. Вы очень мне помогаете. Одни там материально, другие советами. Ну, в общем, и так очень спасибо, так как у нас налаживается такая как бы связь. У нас бывают дискуссии очень интересные. Мы обсуждаем, допустим, и игры какие-то, и так, что и как в энтропии, допустим, что у одного там, что у другого. И это тоже очень интересно. Также очень интересно, вот когда мы дискутируем про, допустим, про мои эти самые блюда, рецепты, да, люди тоже свое что-то высказывают. Очень интересно, когда вот так делишься, общаешься. Так, третий, что это такое? Quill Sub. Может, и находил, просто не помню. Так как говорю, я тут жил целый месяц. Сейчас посмотрим. Какое-то масло, типа. Ну, вроде находил. Ладно, побежали дальше. Вот такие дела, как говорится. В энтропии, сами видите, тоже в какой-то мере у меня сейчас как бы большущий прогресс, так как помните, как я начинал свои видео снимать, у меня бюджет был всего 405, да? А сейчас уже бюджет 905. Ну, конечно, это очень много мне помогли спонсоры. Главный спонсор — это, конечно же, Мимант. Также моя дочка. Ну и, конечно же, все те, которые там призы дарили, и я выигрывал призы и тому подобное.
Но все равно успех есть. Какой-то, так и говорю, как я начинал снимать, у меня вообще-то было даже, по-моему, 305 всего было. Я уже и не помню, если честно. Но помню, что было очень мало. И я рад, что сам расту, и очень рад за Ямату, за его рост. Я не раз говорил, я ему очень благодарен вообще, что он, ну, как сказать, что он меня вдохновил, что он изменил в какой-то мере мою жизнь. И я начал вот снимать, и это как бы начало сначала, может, не так, а потом начало очень сильно развиваться, по моим меркам, конечно же. Это уже стало для меня как бы интересно, не то, что, знаете сами, как бывает, пока у тебя как бы нет ни просмотров, ничего, да, тебе, ну, вроде бы нет настроения. Сейчас я как-то научился это, хоть и иногда тоже этих просмотров не бывает, но я многому чему научился, я не так уже болезненно реагирую на это все. То же самое с энтропией. Раньше я там, если что, минус там рвал волосы на голове себе и тому подобное, да. А сейчас я как-то... Мне... Опа, это что, девятый... Опа, девятый клан цинка. Ни хера себе. В общем, это самое... Я сейчас как бы... Ну, вообще сделался такой пофигист. Мне лично наплевать. Минус, не минус. Я просто вот получаю удовольствие. Я, ну, как бы начал вот так думать. Ну, а что ты поменяешь, если ты будешь страдать из-за этих минусов, да? Ты только себе здоровье испортишь и все. Ну, что это тебе даст, что ты там... ныть будешь, плакать, да? И от этого тебе больше не даст игра. А так проводи себе время, общайся с людьми, там снимай, если тебе хочется. Ну, в общем, вот как-то так. И, как говорил, я как бы никого не учу, да? Так как я не думаю, что у меня на это есть право. В том смысле, что я сам пока что еще не умею играть, чтобы учить других, да? Ну, такое мое мнение. Я играю по-своему, я показываю, как я играю, а уже там вам решать, что с этим делать. Конечно, есть такие видео, где... Я что-то объясняю, обучаю так, как я понимаю. Я не говорю, что это все абсолютная правда, какая-то аксиома. Но я же тоже это не сам взял откуда-то там с потолка и придумал. Да? Я собираю где-то информацию, кто-то со мной делится, кто-то рассказывает, и кто-то так там... Я и сам все это проверяю всегда, потому что я ничего не рассказываю того, чего я сам не делал. Я все испытываю на своей шкуре. Так что у меня не найдете такой информации, бабушка Оля в пятом подъезде сказала. Я всегда все делаю сам, и только тогда... даю другим. О, опять клайм. О, двойной клайм. Ура. Сейчас. Магерин. Так, что мы тут накопали?
Пятый цинк. Ну вот видите, мы так вот сегодня майним на расслабоне, по кайфу отдыхаем, не паримся, падает, не падает, да, да, мы крутые пацаны, мы кефир не пьем, мы пельмени едим, вот, и селедку, да, с винегретом. За бросик у нас. Круто бросаем, круто. И чё, находим? О, опять двойной клайм, ни хрена себе. Разошлись мы тут с вами. Да? Кладик нашли, да? Только вот что эти клади, этот кладик не особо-то маркапнет. Ну что поделаешь, лучше, чем с пустыми карманами бегать. И я как говорил там на стриме Ямато, да, я вообще-то хотел такой снять ролик. И про это самое, про пилку деревьев, как это назвать, пиление, ой, рубку деревьев, о. Ну, в общем, такая проблема возникла, что в Аркадии нету третьих пил. Ну вот, Ямато сегодня как бы проминусил на Sun King, а вот только что 4,5 штуки отдал. Вот так. Ну, в общем, не важно про этих кингов. Так вот, я не нашел нигде третью пилу, а я хотел такое сделать, как бы ролик, попили деревья с первой, с третьей, такое как бы сравнение сделать, как скиллы качаются, что там получаешь. Но, к сожалению, как говорю, не достал. Ну, возможно, когда я вернусь на Кали, может, там куплю. Может, денежки побольше будет. И все равно этот ролик сниму. Потому что мне самому интересно. А кроме того, это очень мне лично помогает от всяких стрессов. Это очень релаксное занятие. Просто нереально. Я очень люблю эти Hydrogen Steam. И опять цинк. А цинк-то хоть с маркапом каким-нибудь или как? Сейчас посмотрим. О, стоп. Какие 133%. 103%. Не особо, не особо. Ну что поделаешь? Есть как есть, да? Я тут вроде не бросал или бросал. А-а-а, забыл. Ну и хрен с ним, бросим еще раз. Если что. Если бросал. Оу. Ничего. Кажись, трипеда так забросит. Осталось два броска. Ну как нам? Вов прилетит, нет? Я все еще жду своего на майне. Забрасываем.
Так, что мы тут нашли? Газурди третий. Так интересно. Третий. Так, бежим дальше. У нас остался всего один бросок. Забрасываем. И... Star Particles. Третий. А, еще энергию купить нужно. Опять двойной клан, да? Аркан Пелец. Ну что, как бы все, да? Садимся в мой сникнирчик. И летим на базу. Спускаемся. Итак, у нас было, значит, на 45 пет это самое для майна, да? И на 9 там с копейками было патронов. Патронов осталось почти на 5 пет. Да? То есть мы расстреляли это самое 5 пет где-то патронами. А на майне потратили 45. Так что всего мы потратили 40... Ой, 50 пет, да? Ну и вот сейчас так это отложим. Сейчас смотрим, что у нас получится в общей сумме. Пятьдесят один пет по ТТ, то есть, ну, один пет плюсы. Так получается. Так, чего? Ну, хоть не минус. Это что такое? А. Ну вот так мы сегодня помайнили с вами. Провели некоторое время вместе. Что ж, спасибо вам за внимание, за то, что приходите, что смотрите, за ваши лайки, дизлайки, за подписочки. Ваше число подписчиков все растет. Это очень, как говорил, радует. Это очень мотивирует. Ну и вам, как всегда, я желаю наилучшего здоровечка, наибольшей удачки. И увидимся в других моих видео. Пока-пока. До новых встреч.